Доброе утро, мои мальчики. Доброе утро, папа Люда! А вот моя Кристина. Да, дети тут рисуют в телефоне. Как так возможно? Да, мама? Кристи же поругается. Афонечка, как ты тут? Рассказывай, на море ездили? Да. Купались? Да, я боюсь. Ой, Афоня тут хозяин. Бабах, Афонька. Ну все, пусть лежит. Иди, на, держи вот эту воротину. Только крепко, ладно? Сейчас я это тоже открою. Бабочка, ну ты держи воротину, бабочка. А. Я не знаю. Ну там, где этот был. Где уточки, гуськи лупились. Арбузы, покажите мне арбузик. А, вы уже ели? Да. Арбуз. Да. Палатку взяли, не знаю, поставим мы ее или нет. А креслице взяли. Да? С вашего огорода. Папа, может, вечером на лагерь палатку поставить? Для чего? Повитает лед. Это место! Мы уже едем на море. Тут народу прям даже много, да? Я представляю, если вот... Тут что-то рыбу ловит, ой, тут дорога трясет. Все время, так и вот там. А на севере ходит. Мам, тупая эта лёга. Тупая? Да. Хата, ходи ты в жубе и в дом. А там... Какой пакет? Вот этот? Да, а вот это. Вот это твои игрушки? Да. Пойдем играть? Все, идем. Даже не надо мазаться кремом. Сегодня пасмурно. Сегодня мы не сгорим. Вот эти вот ягодки мы встретили. Не знаю, что это такое с черной серединкой. Вот. Видишь? Да. Какие-то ягодки, да? Как это интересная такая травка без листиков, как будто только стебельки. Да. Классно. Спину, смотри, что у тебя тут 100 ракушек отпечаталось. Правда? Come on.
Сколько вообще стоит? Так, у нас тут на ужин будет пловик на костре. В смысле, держи. Вот, а мы все поспали. Папа нам тут мух бил. Сколько ты? 64? 64 штуки он бил. Что ж для любимой женщины? Она же, чтобы меня не беспокоит. Мама. А если женщина не выспится... На лавочке? Сейчас я пойду голову помою, а то я как глянула сейчас... Если женщина не выспится, это крах для мужчины. Все, плов готов. Теперь что надо? Поубирай руку от печки. Повыше. Покажи ему, где надо за бутылку держаться. Один. А то он до печки прям. Так, а хлеб, Вера, мы брали? Нет, хлеб мы еще не брали. Пожарник говорит. Я пожарник. Все нормально, Афоня, у тебя? Афоня сразу сказал, надо тушить огонь, да? Ты и здесь туши вот. Сюда иди. С этой стороны. Все? Затушил? Пускай. Можно идти? Да. Афонечка, ну ты соскучился за Антоном? Нет. А за кем ты соскучился? За мамой. А ты же говорил, что ты за ней не соскучился. Григорий. А ты не соскучился ни за кем, Гриш? Я нет. Я соскучился. За ты что? Я соскучился за Гришей. О нет. Мама. А, спасай, да? Звони в ДПС быстрее.